Игорь Борисов внес предложение по развитию авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе. В Москве прошло заседание правительственной комиссии под председательством Дмитрия Медведева. Участники обсудили ход выполнения поручений президента и правительства России по развитию макрорегиона. В рамках федеральной программы планировалось реализовать 56 мероприятий по реконструкции и строительству аэропортов, однако 40 из них с подачи Минтранса страны и Росавиации оптимизировали. Поэтому Игорь Борисов обратился к премьер-министру страны с предложением дать поручение Минтрансу совместно с Минфином России обеспечить восстановление с 2018 года бюджетных ассигнований в этой сфере. Еще одна крайне важная проблема, на которой заострил внимание Борисов, — состояние парка воздушных судов на Дальнем Востоке. В целом, как отметил руководитель региона, обеспечение территориальной мобильности и возможностей свободы передвижения по территории страны для населения Дальневосточного региона требует особого подхода на федеральном уровне. В связи с этим Борисов выступил с идеей предусмотреть в транспортной стратегии Российской Федерации отдельный раздел по региональным и местным пассажирским перевозкам в ДФО. И мы поставили вопрос о том, чтобы Министерство транспорта Российской Федерации, правительство России возобновило программу по реконструкции и строительству аэропортов на территории Дальнего Востока, львиная доля которой, конечно, приходится на Республику Саха-Якутия. Вторая тема, которую мы поднимали, это, конечно, субсидирование авиабилетов, особенно в летнее время, во время отпусков. И, соответственно, еще мы поставили вопрос о оказании поддержки по субсидированию региональных, внутрирегиональных авиаперевозок.